Конечно, вы смотрели наш предыдущий тест-драйв изящного французского седана, снятый на острове Майорка в страшную жару. Прошла какая-то неделя, и мы уже в Подмосковье на свалке плюс 5 градусов снимаем большой черный джип. Здесь традиционная для класса система с подключаемым задним приводом, то есть в базовых режимах автомобиль остается переднеприводным, но при пробуксовке колес передней оси подключается задний. Здесь только 2.4, только полный привод и только вариатор, который сейчас заменяется шестиступенчатым автоматом с 2013 года. Тряпочка висит, потому что сломался экран. Сейчас он ничего не показывает, кроме вот таких вот полосочек, судя по которым экранчик цветной. Вот здесь есть такие кнопочки, по ощущениям похожие на сосочки. И вот так вот их трогаешь. Jeep Compass, конечно, машина совершенно женская. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну а дальше я такое объясняю, что я имею в виду.